Георгиевич, скажите, пожалуйста, ну всегда ли при боли в животе можно делать ребенку клизму? Вот далеко не всегда. Потому что есть действительно ряд заболеваний толстого кишечника, при которых самостоятельная ваша клизма может оказаться опасной. Поэтому еще раз фиксирую внимание. В подавляющем большинстве случаев, когда есть очевидный запор и затрудненная дефекация, то, конечно же, мама может помочь ребенку с помощью клизмы. Но если ситуация нестандартная, если реального запора нет, то давайте пусть эту клизму назначит и сделает кто-нибудь из медицинских работников. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.